Вона дуже крихітна, вона важить менше, ніж 30 грам, і ця формою дуже схожа на метелика, але саме від неї залежить робота всього організму. Впізнали, що це? Ну, ми знаємо. Сьогодні у світі визначають день щитоподібної залози. Або щитовидки, як да, щитовидки, щитовидочка, так. Італійські лікарі занепокоїли спостереження, що внаслідок коронавірусу у 18-річної дівчини сталося захворювання щитовидної залози. Чи підтверджують такі дані українські медики, як ковід взагалі впливає на щитовидку і як її захистити? Сьогодні розпитаємо у лікаря-дієтолога, ендокринолога Анни Білокос. Аню, вітаємо. Здравствуйте. Аню, ну давайте розповідайте, що взагалі ковід робить зі щитовидкою? Ну, на самом деле, заболевание, которое сейчас подвержены все страны, ковид, это такое мультифакторное заболевание, он влияет на многие органы и системы. Первое, это, конечно, легочная система, но щитовидная железа, она также очень тонкий и нежный орган, который подвержен влиянию данного заболевания. Есть несколько проблем, на которые влияет именно ковид касательно щитовидной железы. У девочки, которой 18 лет, был обнаружен подострый тиреидит, то есть это воспаление щитовидной железы. Чаще всего оно проявляется уплотнением, болью в области шеи, где находится непосредственно сама щитовидная железа, возможно, повышением температуры. Это лечится как воспалительное заболевание. Но если заболел ковидом пациент, человек, у которого в анамнезе уже ранее были проблемы со щитовидной железой, то ли недостаточная ее функция, то ли наоборот гиперфункция, к сожалению, ковид может ухудшать течение основных заболеваний. И достаточно часто в своей практике я сейчас встречаю после перенесенного вирусного заболевания у пациентов, они требуют повышенной дозировки заместительной гормональной терапии касательно щитовидной железы, если это был гипотиреоз, либо же наоборот мы меняем тактику и стратегию лечения гипертиреоза, это когда повышенная активность щитовидной железы. Анно, на сьогодні день щитоподібної залози. Що треба робити, щоб її берегти? Щитовидная железа, как я люблю говорить, это очень нежный орган, и она нуждается в всяческой заботе и отношении трепетном к ней. Она зависит от многих факторов. В первую очередь, это необходимые микроэлементы, витамины, которые обеспечивают эффективную ее работу. Это йод, селен, цинк, витамины группы В, витамин D, которого, к сожалению, из-за недостаточно хорошего солнца в последние 3 месяца, даже больше, у нас у большинства людей не хватает. Плюс ко всему, щитовидная железа нуждается в качественном и полноценном сне. И, как мы знаем, ковид влияет еще на качество сна, на эмоциональное состояние. То есть щитовидная железа не любит стресс, поэтому основная рекомендация – убирать стрессовые факторы или научиться с ними справляться различными способами. Щитовидная железа, она также отвечает за активность метаболизма, и поэтому она приветствуют, когда люди занимаются спортом и держат хорошую массу тела. То есть когда мы обеспечиваем вот такой комплексный подход к ее здоровью, это питание, спорт, это сон, тогда она будет вам очень благодарна и работать хорошо и долго на ваше здоровье. Анна Білокос, дуже вам дякуємо. Будемо піклуватися про свою щитоподібну залозу.